С вами Игорь, это канал Black Host Play. Мы продолжаем играть в Цивилизацию Пятую. Как я помню, мы здесь охота на поставщика была. Так ведь? Да. Это я точно помню, что у нас охота на поставщиков. Мы бьем Лхасу. Так, давай ты поближе так подойдешь, потому что тебе скоро уже захватывать. А ты лечись. Пушка. Пушка, пушка. Так, ёб ты ж мать. Да ты... Так. Так. И ты так. И так. И ты сюда лечиться вот так. Ну блин, ну сейчас они... Сейчас один фрегат только будет работать по ним. Ну мы, я думаю, захватим сейчас Лхасу. Это я точно помню, что мы именно... Слышишь, клешну хуй ты мана, блядь. Хуй ты можешь сам там понюхать. А VIP-клуб нужны деньги. Мани, мани. Только проход платный. Да охереть, у вас золото. Откуда у вас столько золота? Давай. Добро пожаловать в VIP-клуб. Будешь выпендриваться, я выгоню тебя с клуба. Опа. Вот это больно. А вот еще один фрегат. А я строю еще один фрегат. А что вообще можно построить? Зоопарк, плюс 2 настроения. Настроение 0, да? Мельница, обслуживание 2 золота, но плюс 2 производства. Банк, золото есть, пока ничего не надо. Давай, ну как бы мы воюем, давай фрегат. Еще фрегат нужен. Без фрегатов нынче никуда. Так, а ты что можешь? Ты можешь, во-первых, отъехать домой. Домой. Ага. Так, давай подходи. Потихонечку, без резких движений. Ты сюда. Сейчас будем бомбить. Они сопротивляются. Им прям чуть-чуть осталось, но не прям... Нормально мне вжаривают. Долго они, долго, очень долго они... Сент-Джон. Слышишь ты? Отстань от меня. Я еще не забыл прошлую серию. Мы узнали, что вы объявили своим другом дежаву иракезы. Ты в VIP-клубе? Нет. Тогда не приходи ко мне больше. Пока не вступишь в VIP-клуб, никаких иракезов. Интересно, сколько они задолбят ему пушкам? Они их уничтожат? Ах ты, сука, гандон. Нет. Они живые. Не, лоши. Лохи. Так, иди лечись. Конечно, против... Да. Так, назад. Лечись. Кораблевод. А что он делает? Он восстанавливает флот. В результате этого 10 великих фотоводисков исчезнется. Весь флот и войска, находящиеся на борту, на этой соседней клетке полностью восстановится. Ага. А что ты еще делаешь? Как бы... А, ну ты чисто восстанавливаешь, ты вообще ничего не умеешь. Шиван. Что ты делаешь? Как бы давай восстановим. Ну, а для чего он нужен? Я-то не знаю. Восстанавливай. А, ты прям... А, ты исчез. Сука. Ну, зато весь флот восстановлен. Это плюс... Плюс... Так, я здесь, да, бил? Да. Плюс город. Хорошо помогли мне. Этих держи здесь, пока не нападать. Пока не нападаем.
Так, тем временем, Тадж-Махал мне сказал, помахал ручкой и сказал, пока, лошок, научись строить. Так, тем временем, давай арену. Как бы, ну, не построили и похер. Я все равно это захвачу. Бидоны объявили войну козлу. Чуть-чуть осталось. Лишь бы они успели дойти. Потому что могут не дать дойти им. Как же они больно херачут по ним. Так, давай обратно. И лечись. Тем временем. Ты сюда. Ты сюда. Сюда. И сюда. В атаку. А что так мало-то стали наносить? Очень резко они стали очень мало наносить. Почему? Кто-то он построил, что ли? Он стены, что ли, построил, сучий мудак? Так, ты будешь здесь просто так стоять, как бы, да. Потом к ним подойдешь. Так, пушки лечатся, все это лечится, окей. Надо подходить, но я боюсь подходить. Сейчас, раз. Аттила пере... Что это сейчас было? Слышал этот, вот это вот, как будто... Как это объяснить? Это тот шорох. Как будто надутый... Шарик, и ты по нему так-то шкребешь. Не хочу я воевать. Отстань, ты не захотела воевать со мной. Ты не захотела мне помогать. А я так на тебя надеялся. Смотри, здесь два хода идут. Прекрасно, значит, паразиты стали размножаться. А ты сейчас получишь пиздюлей за такое, понял? Однажды ты заплатишь за это, козел. Это Аския, это вот эти Аська, это он там нажучивает их всех. Нам же иракезы сказали, что там Аська против нас замышляет говна сделать. Ох уж этот Аська, а. Великий ученый. Ага, великий ученый. Так, покажи-ка мне, что ты вообще эти сделаешь. Как бы да, да? Как бы да. Как бы вот можно быть вот тут, ага. Ну вот... Или нет, ага. Так, а ты? А ты у нас, у тебя плюс 0. Так, ты чисто живешь, выживаешь. Слушай. А мне нравится одно... А ты тоже еле живешь. Потому что все такие... Прям, ну, блин. Фу. Вот города, фу. Пустыня, Моави. Вот здесь бы... Хотя здесь бы производство... Ну да ладно, давай сделаем уже вот тут. Производство. Да. Так, алло, не пережучивай меня на него. Во. Будет вот так. Как бы мы вообще догнали их? А почему мы по грамотности опять вниз идем? Сучий козел, они, наверное, большой цирк. Во. А это хорошо, давай. Цирк, хорошее дело. Так, а ты что можешь сделать? А ты можешь сделать зоопарк. А нужен он ли тебе? Этот зоопарк. Ну, видимо, нужен. Ну, давай. Давай уже. Так. Так, а ты на что можешь? А, может восстанавливаться в недружной территории по 15 за заход. Ага. Вот, вот это вот отлично. Это обязательно надо. Всем вот это нужно фигню сделать. Вот смотри, у него 58. 42. Но этот будет легче.
Мы, кстати, вообще из виду их оставили. А вдруг они что-то замышляют? Надо как бы разочек пойти. Ага, ну здесь ничего нет. Он типа вообще как бы лох. Педальный лох. 49, 57. Он ебанулся, он, конечно, да. Он, конечно, вдруг резко попер вверх. Думаю. Аския входит в новейшее время. Аския козел. А я и шаг, который не поставил, как всегда, вонючий таймер. Ну ладно. Слушай, он достал. Вот тут с ними он просто достал. Так, защищайся, как бы не надо на рожон лезть. Так, радиус обзора, сухопутный, флот, ага, перемещение. Ну, давай, как бы, сухопутных юнитов. Да и лечись. Сможем мы вообще это, как бы, захватить? Кстати, надо уже. Надо идти. А тут два хода всего лишь. А как раз уже на следующий ход он пойдет им щи давить. Я надеюсь, они его не покоцают. Но я тогда вообще не смогу захватить. Не смей. Не смей на него бить. Сука, я убью сейчас. Только попробуй. Только попробуй. Я вижу, о чем ты думаешь. Я вижу твои мысли, весь твой поток вижу я. Ну ты, сука, мразь, а? Ну ты мразь, ну ты гниль. Ну ты, сука, падаль. Ну ты вообще, конечно. Ну ты уродец. Все. Давай сюда. Да, мы начинаем атаку, мне насрать. У меня есть полезная информация. Так. Превратив город в сателлит, вы будете получать золото, очки науки и культуры от него, но вы не сможете выбирать, что будет производить город или постройки на его территории. Он будет давать меньше недовольства, чем анорексированный город, и не повышает стоимость общественных институтов великих людей. Выбрав это действие, вы можете позже... Ага. Увеличится на 4. Давай, сателлит, как бы, да? Все получаю, но как бы... Вообще насрать. Вот и все. Это называется, прихлопнули мы поставщика железа. И сейчас мы начнем уже настоящую войну. Вот против него. Как бы этот город надо захватить. И этот захватить. И все. Фрегатов прекрасно. Да ты задолбал. Вы что такие агры? Что я вам сделал? Что не так? Вы что, завидуете мне, да, гниды? Гнидосы завидуют мне. Так, в принципе... Ага, обосрался, мирный договор сразу со мной начал делать. А нетушки. А железо-то одно. А ты лох, потому что... Все, железо-то одно. Тут грамотей. Показывает рейтинг по часу 46. А у этого 42. А я? А где я? 40. Я на 15-м? То есть мне до него две технологии? А до этого 6? Сука. Как бы... Давай. Смотри, сколько открылось, да? Это ж отлично. Сейчас мы возьмем... Построим еще фрегат. Где фрегат? Во фрегат. Вот он. Этого мы отправим. Так, ты у нас... Ты у нас... Избежать штрафа.
Нет, не нужен. Все юниты заход останавливают по 5 говно. Так, давай-ка. Холмы. Леса, джунгли. Лечись. А ты. Что ты? А ты лох. Ты мне не нужен. Как бы ты... А нет, ты мне нужен. Подожди. Как бы соединяем. Так, это все. Это может отправляться на вторую войну. Отлично. Ну ты тоже можешь как бы отправляться на вторую войну. Как бы мы готовы набить щи этому говнюку со всех сторон. Так, я что-то хотел, подожди. Во-первых, я хотел сохраниться на всякий случай, а вдруг вылетит игра. Во, все. Ага, я вспомнил, я что хотел. А ты здесь большой цирк делаешь, да? Это плохо. Как бы я хотел больше торговых путей, потому что там новые открылись пути, там плюс было бы всего, и науки, и всего. Когда уже сделаешься, алло? А, уже школа делается. На каждой второго жителя в городе. А у меня мало. А у меня мало-то. А хотя здесь много. А кстати, почему бы и нет? Иди. Как бы давайте дальше строиться. Мы получили плюс 4. Да и ты тоже давай. Как бы нужны новые жители, нужно развитие. Ты давай модернизируйся. Так, все модернизированы. Все готовы к бою, да? Так, и вы... Ага, так, иди назад. Ты идешь сюда. Идешь сюда. Мы обойдем здесь. Как бы мы обойдем здесь трое. И здесь войдут. Да, войдут. А стой. А я придумал идею получше. Так, сейчас будет дезантура. Так, ну ты не дострелишь, так что жопку поцелуй. Вот так вот. Ты посмотри, здесь ничего нету, да? Нет, прикинь. Ну все, это конец, это габелла тебе. Как бы стоим, ждем. Угу. Так, нет, мы не сможем. Ладно. Такое у него... Это мир жесток. Ну я согласен с тобой, давай дружить. Как бы то на меня там... О, у меня, кстати, есть шпион. А почему я только об этом узнал? Что у меня есть шпион? О, и с тобой, давай тоже дружить. Ты у нас первый по технологиям. Да, все, отстань от меня. Да что ж вы такие... Слышишь ты? Не тебе об этом мне говорить, понял? Ты шавка под моими ногтями. Слышишь ты, рекомендатель? Чака. Отчакивай отсюда, мне не нужны твои советы, я сам решу, с кем мне дружить, а с кем нет, рекомендатель. Новейшее время, я только вошел в новейшее время. Так, защита. Угу, сюда. Давай сюда двое. Так, это чей? Это не мой, это персидский, это Персия. А ты зачем мне закрыл-то проход? Может, и это... Да, вот так-то. Так, ты тоже. Ты тоже. Три будут тут, трое. И трое будут вот здесь. Как бы им будет очень быстро добраться... А может быть, трое всех сюда, потому что... Да не, ну надо со всех сторон бить. Так, иди сюда.
Потом сюда. Вы остаетесь пока что тут. Мы еще готовимся к войне, так что... Никому не двигаться. Итак. Технологии. Что нам надо? ГЭС. Обслуживание 3. Ну, зает золото 3. Так, давай. Вот нам надо до подводных лодок. Подводные лодки. Как раз здесь штурмовая пехота. Кремль мы не построим. Да и зачем он нужен вообще здесь? О-о-о. Город был в двух клетках от горы. А у меня нет гор. Давай удобрения, во-первых, сделаем. Нам нужен динамит. В первую очередь давай откроем динамит. Это в первую очередь. Как бы без динамита никуда. Ты у нас что? Арбалетчик, арбалетчик. Я куда-то тебя вел. Давай я тебя тоже отправлю сюда. Как бы вы будете вдвоем здесь. Десантура, десант. Сука, отстань от меня. Что они ко мне пристали, скажи мне? Им делать нечего. Нет, 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 слушай, так не пойдет. Нам надо сначала... Слышишь ты? Закройся. Ну, конечно, ты початок. Початок, конечно, да. Да вы меня задолбите, что ли, или что? Так, держалась и Джон заключил мир с кем? С каким-то государством. А, не с вот этим, а с Бонапаром. У меня их два вообще. Есть полезная информация. Так, 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 так. Во-первых, Польша. Сюда. Шпион, конечно. А кто еще первее меня? Кто был там первее меня еще? Иракезы, мне кажется, были первые. Да? Гейвата первый был? Бразилия. Будапешт. Давай. Куда? А я сейчас посмотрю так. Нет, не так. А вот так. Так, вот он. У меня 300, да? Екатерина, да. Изабелла, Испания. Смотри, 600. Мне кажется, она будет на втором месте. Так что давай туда и сунем своих. Где Диана, Испания? Шпион. Как бы нужно, да. Нам это дело надо. Продвигаемся по одному ходу. А то вдруг здесь куча фрегатов, а я такой... Здорово. И все. Потому что он показал себя тогда, когда он 4 фрегата сделал. Так, вы идете тоже в войну. Вы тоже идете на войну. Так, первый десант. Есть. Стоять. Мы еще не подготовились к войне. Десант еще не весь высадился. Сейчас весь десант высадится, тогда и будем войну объявлять. Интересно, здесь вот много войск, можешь их сначала подобработать? Да, да, да. Все хорошо. Накопил денег, да? Красавчик. Давай, за золото. Вот видишь, VIP-клуб повышается. А ты нет. Ты без денег, ты не нужен. Чака. Ну, Чака тоже меня бесит. Он слишком много на меня чакает. Алло, 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 алло. Ты чё, сука, а? Морские гезы. Опа. Вот это вот началось. Ты видел, что началось, да? А мы потопим. А вот это неожиданно, да. Значит, лучше иди и защищай тогда.
Так, ну ты остаешься здесь. Ты остаешься здесь. Ты это второй десант. Ты высадишься чуть дальше. Иди дальше сюда. Сюда. Так, так. Нам надо направить запрет на ресурсы серебро. Эмбарго для городов, государств. Слышь, ты хуйню предлагаешь мне? Да, я против. А серебро есть? Есть! Да вы чё? Ля, они душат только меня! Они только меня душат. Подожди-ка. Слушайте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. У меня... Говори. У тебя крабы. А у меня одни меха, я уже кому-то отдал. Все, отстань. Итак, крабы. У них были крабы. Смотрите, здесь есть венцо, здесь есть алмазы. Вот этот город будет хорошим приобретением. Початок завершил галерею Уфину. Вувер создается в далеких землях. Так, давай потихонечку. Потихонечку. Смотри, фрегат. Вот этого, да. Гаси его нахер. Их надо загасить. Так, в итоге что-то приняли, да? Эмбарго принято, сука. И серебро принято. Угу. Воу. Вот это да. Вот это сколько золота. Так, давай рядом. Ну, этот будет достреливать. Так что давай просто вот так рядом будем. Типа нагонять ужасу ему. Смотри, фрегаты начал строить. А он один только может построить, он лох. У него нету... У тебя, у него же нету, да? У него же нету? Стой. Иди сюда. Мирный договор. А у него одно железо. А что, обрезали поставки, да? Все, подсасывать некому. А я тебе говорил, что так все и закончится. Я тебя предупреждал. Десант теперь у меня здесь, так что я тебя обо всем предупреждал, а ты не слушал меня. Школу строй. Здесь фрегат, он один построим, и надо школу тоже строить. Потому что мы не вывозим. Мы прям жестко так не вывозим. По науке. Аския, да мне все равно на него. Пусть там болтает, что хочет про меня. Смотри. Вот этого обязательно. Первым делом сейчас разнесем. Разносим, да. Ах ты сука, он куда-то побежал. Во-во-во-во-во, это наш шанс его загасить. Что происходит? Враг на нашей земле. Где? А, это ты. Врага больше нету. Это наш шанс. Он просто гений, он просто гениальный. Он просто под удар своих войска самые сильные, считай, подставил. Гениальный человек. Так, фрегаты. Это значит, он будет стрелять тремя сразу, да? Он специально фрегат сюда поставил, а я сейчас сюда нападу. Что ты на это скажешь, а? Тебе придется выйти. Воу, а ты что не говорил, что у тебя здесь такой запас? Так, а ты не сможешь стрелять меня, если я сделаю вот так вот. Ну все, здесь считай, что мои... Я считаю, сейчас все его войска побью. Так, ну это здесь остается. На всякий случай. Фрегат еще один, отлично. Еще один фрегат. Так, окей, строим школу. Пора учиться всем. Ну здесь вот этот справится, так что не будем
особо. Хотя... Иди сюда. Надо ослабить ихнюю оборону. Уничтожить все войска ихние, чтобы они мне не мешали. Теперь я могу так сделать. А вот я на город могу напасть. А не ожидал такого, да? А я знал, что ты не ожидал. Сука, этот может же втроем сразу бить. Вот интересно, больно ли это будет? Или это будет приятно? Так, давай, будем заменять. Ну, он, думаю, на сухопутных будет стрелять. Так что есть выбор. А значит, я еще немножко подобью. Вот так вот. Неожиданность. Так, да. Вот это неожиданность, скажи же, да? Так, эти все здесь остаются, они будут заменять. Так, 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 так. Я думаю, что надо... А можно погрузиться на борт? А что это будет? Ты сможешь бить отсюда? Нет? Если сможешь, это будет прям замечательно. Я просто начну так вот их долбить. Я думаю, можно. Он же не просто так погружается. Ну, на кого нападем? А? Скажи мне, на кого ты нападешь? Казимир, не хочу с ним воевать. У меня своя война, что не видишь? Биг Бен? Это где вообще? Это они вообще где по... Я тебе говорю, они чисто по лучникам сейчас будут херачить. Нихуя себе. Что это? Что происходит? Ты кто? Ты кто вообще? Ты еще живой? Откуда у тебя здесь голиасы? Он еще живой. Я ж его захватил. Ты сам захотел. А слышишь, а ничего вообще, как бы, и все. Так, давай мы вот так вот, да? Так, вот так подойдем. Стрелять можно, стрелять нельзя. И здесь, да, нельзя? По одному ходу. Угу, угу. Подходим, как бы, да? Ты у нас можешь бить по сухопутным. О-ля-ля. Минус твои войска сейчас будут. Я ж всех разнесу. Ля, он здесь построил рыцарей. А мне надо дойти. Своими аркебузирами до него. Слушай, я просто возьму и высажусь, когда надо. Так что... Ничего страшного. А я тебе говорил, что когда-нибудь пизда придет. Когда-нибудь она нежданно и негаданно придет. А, и у меня нету рядом войск, чтобы захватить, кстати. Это плохо. Надо было сюда дезантировать одного пешего. Так, оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем.
Да вы что, издеваетесь? Сюда. Ты будешь нашим королем. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ну, один ход. Плюс один ход. Два хода. А зачем мне это? Здесь война идет? А почему я твою столицу вижу? Я вроде бы не принимал твое посольство. А у меня же здесь шпион, точно. Я же шпионю. 25. Ебать, если он потопит, это, конечно, практически потопил. Вот прям на долю секунды осталось у него. Так, ты. Идешь сюда. Сможет добежать вообще он? Или не сможет добежать? Так, ты выезжай отсюда, как бы лечись. Против флота. Ты дальше долби сухопутов. Так, ты здесь. Ты идешь так. И вот так. А сейчас придет следующий. Вот так вот. И вот так вот. Все, город взят. Осталось дойти всего лишь пехотинцам своим, и все. И я возьму этот город. Лишь бы здесь были все эти войска, чтобы они просто их... Вот так-то. И все, нету войск. Да не, зачем мне он нужен? Ну зачем ты мне с ним пока... А с кем у него война, кстати? Его кто-то там уделывает, кстати говоря. Стрелки у него уже. Я. Да ты ж мразь, блядь. Смотри, что делает. Падла ебаная. Он не даст, блядь, просто так это сделать, а? Он не даст. Сука, мразь. Какая ж ты мразь, блядь. Какая ж ты сука, блядь. Ладно. Не думай, что мы на этом закончили. То, что ты сюда привел, это сейчас быстренько я уничтожу. А вот нехер было, да? Он все войска отсюда вывел, чтобы, чтобы не дать захватить. Это тебе не поможет. Теорем мы сейчас захватим. Не, ничего не остановит. Потом мы пойдем на Амстердам. По идее тут все. Так, сейчас подойдем поближе. Вот сюда. И сделаем так. Вот и все. Так, мы сделали удобрение. Военная академия, кавалеристы, кавалерия, которая прекрасна в бою. Динамит, динамит, идем на динамит. Как бы уголь, все, это алюминий, да, это все хорошо, нужен динамит. Хотя я сейчас без динамита же воюю. Хули я выебываюсь? Чё я выебываюсь? Я же без динамита сейчас играю. Точнее, без артиллерии. Артиллерия сейчас вообще как бы... Ага, ты решил уже мир со мной, уже все отдаешь, да? Железо свое одно. Нет, нет и нет. А че 11, а не 38, скажи мне, а? Зажлобил, сука. Вот за свою жадность ты потеряешь все. Бля, они пытаются его просто по максимуму этого пехотинца уничтожить. Охереть, фрегат. Не думал, не гадал. А фрегат здесь появился. Так, а он ловушечку мне сделал. Он мне покостить начал. Так, иди сюда. Вот так вот, да. Надо выехать отсюда. Надо помочь, во-первых. Что он здесь артиллерию подвел?
Надо помогать. Надо выводить свой фрегат отсюда. Есть. Что такое? Персидский. Что ты паникуешь? Так. Вот так вот. Вылечись. Да почему ты не полностью-то вылечился? Алло. Ой-я-го. Так, против флота. Я-гэ. Они просто не дают. Без понятия вообще, как это сделать. А хотя... Хотя... Ты сам напросился. Я этого не хотел. Сука, я всех лошадей отдал. Угу. Угу. Так, ты идешь сюда. Надо как бы... Полянели... Персидский. Я уж испугался, что он подошел. Вот это вот засели две падлы, две мрази вот эти вот засели и не дают ничего сделать. Заместо этого фрегата просто придет сюда. Пушка, пушка, пушка. Лечиться будешь? Не может восстанавливать здоровье мне дружественной территории или на борту. Придурок, блядь. Просто, блядь, придурок. Цирк уродов, блядь. Я уже, грубо говоря, захватил город, и из-за этого придурка не могу. И из-за этого я просто сейчас фрегаты в никуда трачу. Ля, пушками своими меня носит. Как бы сейчас фрегаты-то закончатся? Сингапур. Фрегаты-то сейчас закончатся. Из-за тебя, дебила. Насрать, сдохнет, сдохнет, блядь. Уходи отсюда. Угу. Ты неужели не можешь... Как бы да. Как бы да. А как бы... А нет, не как бы. Сука, заебали. Короче, блядь, легче сделать так. Чем дождешься ты его. Для нападения на прибрежные города и захвата вражеских судов. Замечательно. Просто берем его и разносим. Пока дождешься этого мудака, вот этого, вот, вот оно. Вот это вот, запомни, вот они, это мудак. Они подрывают боеспособность нашей армии. Вот такие вот мудаки. У него даже войск-то нету особо. Вот он защищает этот город и все. Так, а кстати, как мне здесь быть? Ну вот о чем я и говорю, блядь. Он просто потихоньку... Ты что, сука? Ушел отсюда. Смотри, он мне закрыл проход. Так, против флота.
Защищайся. Ты. Ага. Золото. Вот до этого мы идем. Так, фрегат. Сюда. Окей. Ты тоже идешь сюда. За несколько ходов ты, в принципе, доберешься. Лечись. И ты лечись. А ты иди. Как бы давай. Как бы надо поддерживать. Они не выдержат. Все не выдержат. В принципе, это скоро вылечится. Так что ничего страшного. Дотерпим, добьем, дотерпим, добьем. Все. Главное быть терпеливым. Золото ты набрала? Нет? Давай такое золото. Нет? Ну иди отсюда. Так, арсеналы. Кстати, арсенал вообще ничего не стоит. В обслуживании, да? О, они просто их, ну, разносят, а? Дружественный торговый путь разграблен. Кем? Кто? Какая гниль, блядь, это сделала. Я сейчас разнесу тебя нахер. Где? Кому бока намять? Кому пизды дать? Сука, мудаки. Чё за вандализм? Преступники. Вандалы. А ты, кстати, можешь и здесь лечиться, да? Замечательный. Ты просто красавчик. Вот так вот, да? Так, 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 так. Ну что? Я ими не пользуюсь, в том-то и дело. Но я ж буду сейчас пользоваться. Сейчас, как бы, где здесь можно? Вот здесь можно поставить, вот тут можно поставить. Так что сейчас они будут у меня. Я как раз готовлюсь и как раз я им наваляю. Вот военная академия стоит. Но надо прокачивать-то войска. Так что мне кажется, это все надо будет построить. Сейчас цирк будет построен. Я просел прям... О, денег наконец-таки заработал, да? Хуйчи, да, да. Я не буду за тобой повторять это. Маты свои. Давай. Как бы давай, давай. Так, последний фрегат сейчас будет. Как бы держим последний фрегат. Надеюсь, успеют. Да не должны успеть, в принципе. Захватить-то. Вот, они уже тут, они уже рядом. Вот так вот сюда. Чтобы их не покоцали. А ты можешь сюда. Ты уже почти вылеченный. Так что, да. Ты отходишь лечиться. Иди. Блин, а этот город же мне нужен будет. Я ж не смогу вот эти вот 10 лет просто фрегаты туда-сюда таскать. Надо как бы их как-то их сюда перетащить. Но их никак не перетащишь. Так, давай дальше. Фрегат следующий. Бьем. Иди лечись. Так, почти приехал. Все, лечимся. Ты у нас строишь школу. Школу надо идти, в школу. Так, Педро объявил войну Аське. Печально. Это да, это печально, что ты ко мне... Наши шпионы обнаружили, что Гаева так... Да? Так он только что был моим другом. Говорит, что я друг тебе, я не петух. А он петух, да? Как же ты меня вымораживаешь, сука, задолбал. Когда это закончится?
Ля, а у Педры что-то здесь фрегатов до хера. Это просто так? Или это намек? Во-во-во, а что это у нас тут? Вот, вот, вот это мне и надо. Лечись. Так, ты берешь, атакуешь. И ты идешь, атакуешь. И просто берешь и захватываешь это дерьмо. Да. Есть. Так, разрушить. Город будет терять единицу населения каждый ход, пока не потеряется население. Сейчас игры в результате увеличится недовольство в империи. Увеличить на 10 недовольств, но с каждым ходом оно будет уменьшаться на... Нет, ты чё, так не пойдет дело. А у вас сателлит. Ах, вау. Зато мы лечиться сможем, а потом мы уничтожим этот город. И вот этот вот город мы как бы захватим. Ну а будет это в следующей серии. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии, колокольчик прожимайте, чтобы видео было у вас в рекомендованных в уведомлениях, и вы видели его первыми. Это обязательно, да. И всем до встречи, всем пока.